категорически у нас против. Никаких у нас... Они ходили, собирали подписи обманом. Обманом. Да, вручали повестку и говорили, и расписываться заставляли людей. Люди не за это. У нас хорошо, у нас Желтрест работает нормально, у нас все чистят, убирают мусор, у нас нормально. Зачем нам какой-то матюк, как его там, как его фамилия, который уже неизвестно где был. Уже был, значит, лесом занимался, этими, как они называются, рекламой, занимался дверьми, чем он только не занимался.